Вот такой у нас сегодня тур по городу Шуша, где принимают участие большое количество людей разных национальностей, не только азербайджанцы. Огромное количество лет, 30 лет, армяне сюда никого не пускали. Они пускали только армян. И своих иностранных покровителей. Сегодня сюда может приехать любой желающий. То есть у Азербайджана нету такого, что кому-то можно, кому-то нельзя. Поворачивай камеру. Значит, Камран Размавар со своей знаменитой шляпой. Мы идем в мавзолей Моллапенах Вагиф. Последний раз я здесь был, когда... Вот смотрите, сколько нас людей. Вот они с нашими флагами. Какое красочное зрелище. Вот, видите, турецкие флаги, азербайджанские флаги.